Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был. Дом еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить. Меня мама твоя прогонит. О, ничего не прогонит. Может, папа заступится. И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше.